Вы прибыли в Соловецкий лагерь особого назначения, чтобы честным трудом искупить свою вину перед Родиной. Страшно? Конечно. Все гаишники садисты и прелюбодеи. И перевоспитывать их нет смысла. Незаменимых нет. А я заменимый. А кто вы, Артем? Москвич, боец, читатель книжек. Не за что зацепиться. Заключенный Горяинов, 12-я рота, статья 138. Видели бы, как Галина на него посмотрела. Прям до мурашек. А что вы умеете? Целоваться? Умею. И всем нам кажется, что это большевики напортачили. А это империю вывернули наизнанку. Как шубу. А там пши, гниды всякие, клопы. Это и есть Соловки. Первый узел в смертельной паутине ГУЛАГа. У тебя остается два варианта, как выжить. Стучать или бежать. Совсем взбесились большевички. И это только начало, Василий Петрович. Самое начало. Обитель. Скоро. На канале «Россия».